Здравствуйте, с вами интернет-магазин Best Kitchen, и сегодня у нас обзор 4 наборов столовых приборов от английского бренда Robert Welch. Бренд носит имя своего основателя, выпускника Британского королевского колледжа искусств Роберта Уэлша. Он основал компанию в 1955 году и с тех пор выпускается столовые приборы. Также у бренда есть кухонные ножи, но основная специальность это столовые приборы. Сегодня мы посмотрим на 4 коллекции. Это коллекция Norton, полированные столовые приборы. Коллекция Malvern, тоже полированные. Коллекция Heathcott, полированные. И матовые столовые приборы коллекции Stanton. Давайте посмотрим поближе на них. Очень интересная коллекция матовых столовых приборов. Посмотрите. Хочу обратить внимание, что очень глубокая ложка. Многие покупатели интересуются, хотят именно глубокие ложки, потому что им более удобно есть. Это как раз тот вариант. Приборы сами по себе довольно-таки массивные. Но матовый цвет выглядит очень эстетично. По ножу. У него идет матовая рукоятка, но само лезвие ножа, оно полированное. Также идут серрейтерная заточка с одной стороны. Ну и, соответственно, вилка. Тоже матовая. Посмотрите, сами по себе столовые приборы довольно-таки толстые. Очень удобно их держать в руке. Следующая коллекция по сравнению с предыдущей, более утонченный дизайн. Посмотрите, да, вот здесь особенно очень тонкая рукоятка. Также ложки глубокие. Давайте на сравнение сравним с предыдущими. Видите, да, как они выглядят, то есть ручка совершенно имеет другой дизайн. Ну, по глубине они, наверное, одинаковые. Также давайте сравним остальные. Ну, по ощущениям, вот эта вот ложка выглядит, чувствуется в руке, прям такая миниатюрная, вот как раз-таки из-за этого дизайна. То есть, если сравнивать, смотрится очень изысканно и будут, я думаю, что потрясающе смотреться в каком-нибудь классическом дизайне кухни. Остальные две коллекции, они похожи друг на друга, они все такие массивные по себе и по весу. Отличаются они между собой только дизайном ручки. То есть, видите, здесь более скругленные, здесь довольно-таки тупые, да, получается, окончания. Так они, в принципе, идентичные. Давайте посмотрим ложки. Они прям, ну, практически одинаковые. Здесь, конечно, более приплюснутый такой идет дизайн. То есть, если посмотреть по сравнению. Также сзади идет гравировка логотипа Robert Welch. Сталь нержавеющая 1810. Все столовые приборы изготавливаются из этой стали. Ну, я думаю, что смотреть... Ну, давайте посмотрим остальные. Ложечки тоже, они очень похожи. По глубине тоже. И вилки. Вот так, на ощущение довольно-таки массивно. Вот эти вот вилка, она, мне кажется, как-то даже пошире. То есть побольше смотрится, да, если на контрасте сравнить их. Также везде идет гравировка. Наборы поставляются вот в таких красивых коробках. Изначально идет... Презентационные 4 предмета, они вот так вот вытаскиваются, и дальше идет в коробочке остальные оставшиеся предметы и буклет от компании. Если посмотрите, это все красиво закрывается и очень презентабельно для подарка коробка будет выглядеть. В коллекциях представлены то, что мы сейчас смотрели. Это столовые приборы, 24 предмета на 6 персон, но также есть коллекции большие на 84 предмета, на 48, на 12 персон. Ссылка будет в описании к видео, можно будет перейти в раздел и посмотреть, соответственно, все коллекции. Если у вас остались еще какие-то вопросы, вы всегда их можете задать нашим специалистам по бесплатному номеру 8 800 350 10 97.